Всем привет, привет! Всем добрый день! Сегодня идем на дачу. Наконец-то выбрались. Но кажется, будет дождь. Кажется, дождь собирается. Ну, будет и будет. Что у нас домики и зайдем, да будем. Уже думать. Надоело дома сидеть. Одним словом, вперед. Заодно смотрим, какие изменения происходят. Этот дом мы показывали с момента, еще с того момента, как залили фундамент. Уже и плитку положили. Это вот под забор делают, тоже позаливали. Арматура интересная сейчас, пластмассовая какая-то. Дом-махина, да? Смотрели прогноз на октябрь, на месяц вперед. Даже теплее, чем сейчас у нас. Да смотрю, тут уже прошлись умельцы. Что за грибы-то? Непонятно. Скорее всего, несъедобные. Позбивали, позбивали и пошли. Саша, смотрю на этой вкусной яблоньке. Два малюсеньких вон наверху. Гряй, ты молодец. Она в этом году отдыхала. О, там два маленьких. Пусть висят. Да, а что ты мне говоришь? Пусть висят. Пусть. Видишь? Ну да. Хорошая яблонька. Похолодало и одно радует. Исчезли комары куда-то. Замерзли. Не радует. Сейчас придем. Может еще... Замерзли что ли? Летают. Разогреем. Густо какие заросли растут, да? Угу. Не пройдешь тут. Только зайцы, наверное, ходят. У нас тут живут и фазанчики. Всякая живность. Часто видели раньше, да? Угу. И зайцев видели. Проходим мимо места, где мы с Таней выкапывали орех, который сажали у себя на огороде. На его месте, вот смотрю, чуть поотдаль, вот туда, возле березки, растет еще один. Но уже выкапывать мы его не будем. Хватит уже, насажались. Какие грибы я сразу нахожу, это вот мухоморы. Больше я ничего не могу. Смотри, да, какие это, красавцы. Это сказочные грибы. Какие красавцы. Просто какие сказки, да? Почему они несъедобные? И цвет красивый. И как этим пшеном посыпаны. Красотень-то. Смотри, их едят. Да, а чё ж? Вот особенно там видно. Погрызено как. Но они ядовитые. Значит, съедобные. Значит, съедобные, да. Значит, можно есть. Смотрю, воды. О, в пруду-то. Поднялась на метр, не на метр, на полметра точно. Что-то я нашел, а что еще не пойму. Какой-то грибок. Какой-то грибок. Да не пойму, что это за гриб. Маленький какой. Нет, такие нам... Я не знаю, что это за гриб. Если не знаешь, не надо брать. Я готовить не буду то, что ты не знаешь. Тем более маленький. Ой, Саш, это... Может, он и нормальный, но лучше не брать. Не знаю. Сейчас вот этот посмотрим. Из такой же пусть дальше растет. Да, из этой серии. Ну, это несъедобно, видишь, он
шляпку у него как-то за это. Я не собираюсь их брать. Это поганки, сказала Таня. Это может и не поганки, какие-нибудь там волнушки. Волнушки. Сейчас по-быстрому посмотрим. Пойдем. Вот один масленок растет. И то погрызены. Кто-то собрал. Кто-то собрал все. Все, что было. Так, грибов мы не набрали. А вот что по поводу мусорных ящиков. 26.08. За подписью губернатора Брестской области Альшевского вы и был получен ответ с отказом в вывозе мусора без оборудования контейнерных площадок, которые в настоящее время обустроить невозможно. Готовится обращение на представителя президента РБ по данному вопросу. В связи с чем обращаемся, убедительная просьба мусор не складировать на улицах, вывозить самостоятельно на контейнерную площадку по месту регистрации до разрешения данного вопроса. А где у нас контейнерные площадки? Вопрос? В Бресте будем на автобусом возить. На контейнерную площадку по месту регистрации. Где то прописано. Есть домой, что ли, надо возить? Да. Ну, а мы по многу не будем его копить. Я говорю, водище везде. Жали, сосед начал завозить песок. Купил участок, который давно не продавался. Таня говорит, кто-то мяукает. Сейчас они все поприходят. Те, кто мяукает. Кто не мяукает. Вот. Готовится площадка под строительство дома. Сколько песка. Молодцы. Слава, привет. Кристина, помилуй. Ага, да. Только что с Ларисой разговаривал, говорю, ну, никого, кроме Сони, нет. Да. Но, может, вы еще подойдете. Но. Вот так оно и получилось. Что там мы велик забыли, да? Ну да, да, он там стоял около пульта. Вот, вот и это самое, Лариса с утра, на следующий день, это самое, обратила внимание, говорит, это самое, чего-то стоит. Я думаю, может, на живца ловите? А, ой, нет. Поставили скрытую камеру. Не дай бог, но. Спасибо, спасибо большое за помощь. Посмотри, главное, чтобы он там на месте. Ну, будем надеяться. Ну. Вдруг переставил, а его и там. Да. Все может быть. Вот, и уже теплицу уже достроил, без крыши только, да? Нет, так я ее на зиму не буду. Пускай засыпает, пускай вымораживает там всю заразу. Вот та пленка, которая сезон была, она какая-то там светостабилизирована. Ага. Вот. И, короче, сейчас говоря, чего только нет. Я даже по ней не видел, чтобы какие-то, ну, были дефекты такого. А это вот эти крокусы или что это за цветы? Или эти безвременники? Я не знаю, я не по этой части, поэтому спрошу Ларисы, что это. У нас такие росли, да, я уж не помню, или безвременники. Угу. Ну хорошо. Молодец, зря время не терял. Ну, конечно. Не, ну я с утра тоже приехал только, потому да? что, ну, вчера праздник там был. Ну да, да. Кузя, иди, Таня даст и тебе поесть сегодня. Она сказала, всех накормит. Иди. А ты не Кузя, кстати. Все равно ничего не дадут. Он не Кузя. Это не Кузя. Это этого. Это Ивана коты вот эти вот. Где ты, дурачок? А какого Ивана?
А вот за Женей живет. Так, дом потихоньку растет. Хорошо. Хочу пойти на участок глянуть. Тут вот через один дом, который все время затапливает. Вон у Нины орех под самые провода уже. Самые провода. Ой-ой-ой. Еще больше воды. Ну да уж. Представьте, сколько надо сюда завести земли, чтобы поднять этот участок. Все пропало. Так, кто там под ногами? Монтик? Монтик! А вот соседки айва как рядышком видна. Смотрите, плоды какие. Видно? Как на юге, как в Крыму. Пойдем. Таня, позови его. Таня, позови, я не могу идти. Под ноги лезет.